Второе. Произошло как бы событие, что впервые мы вот двух молодых ребят, двое христиан, ни разу не бывавших на МТС, запустили не в цели эксперимента, а с целью наращивания молодых кадров в международной космической станции. Поэтому тост мой будет короткий. Это начало нашей работы на длительную перспективу в этом направлении. Всем спасибо, всех поздравляю, прошу наполнить рюмки и первый тост поднять за вас. Ура!